Это вот меня или нет? Ага, меня. Две руки минус сразу. Ну что я могу сказать? Вот видишь, карма прилетела. Слабое кровотечение. У меня бинта нету, да? Ну, конечно же, нету. Почему? Потому что я долбоящер. Куда? А ты куда? Блин. Тагила сраный вышел. Саня и соси. Ну, хорошо, я не Саня. Блин, печаль и грусть. Нужно. Будем пробовать. Гранат не взял. Зачем башку высунул? Это он? Это кто? Это человек все-таки. Брат мой. Ты че, боец невидимого фронта? Спасибо тебе, солнышко. Охренеть. Пока вот так сделаем. Потому что хер его знает. А, подожди, у него на 5.45, да? С уверенностью заявляю, что это прям... Пошел в жопу, козел, блин. Ноги выбил мне. Тихо, тихо, не бзди, брат. Ладно, думаю, здесь можно остаться. Очень жалко, что нет пропитала у меня. Вы прикиньте, ему стоило один раз в меня гранату кинуть, или просто закидать меня гранатами, и все, я заканчиваюсь.
снайпера нет. Так, челик на холм побежал. Челик побежал на холм с правой стороны. Правый? Да-да-да, идет посередине. Убил, я убил справа. Кого-то, не знаю. А? Походу, это наш клиент был. Нет, а может я справа от стороны. Прямо верцы! Прикинь! Прикинь, какая грена! Чисто случайно, я даже не знал, что в игре такие есть. Ну, то есть я целенаправленно не бегал, их не искал. Так, я тут. Че, я пропустил? Да нет. Если были запрещенки, максимально осуждаю и порицаю все, что Делираж сказал. А он молчал. Я сейчас реально жахну случайно кого-то. Мне очень нравится твоя реакция. Ну вот и все. Бесполезно спорить с тем, с кем бесполезно спорить. Ауф. Что это началось, Корж? Особенно когда смотрел мультик в детстве «Один дома», а потом такое узнаешь, что он уже старый. Чего? Да, да. Ладно, старый, но еще и страшный. Ну, он там сидел. Ну, в тяжелых. Собственно, из-за этого. Да, сейчас уже отходить надо. Да я думаю, это сидеть, потому что он там на траве какой-нибудь сидел, но вот по лицу ему не повезло. Он когда был маленький, он был такой симпатичный мальчик, да. Как бы это грубо не звучало. А сейчас он вырос, у него хлебало вытянулось, как это, знаете, как будто взяли за челюсть, за темечко и просто еще сплюснули по ушам. Просто моментом прилетает, там, не знаю, страйк на Твич. А за что мне страйк на Твич? За буллинг. За буллинг, да. А моего имя фамилию не называли, так что не надо. Да. Пусть по фотке сверяют. Вот если бы мы говорили про Макалея-Макалея Калкина-Калкина, вот, или Макалея-Калкин... О котором же мы, конечно, не говорили. Да, но мы же о нем не говорили. Здесь тоже рядом со мной. Тихо-тихо. Кто у вас? Челик, да. В офисах. Сейчас, подожди. А, ты пошел. Ей, одного убил. Дикий на первом. Привет, а YouTube сейчас нормально платит? Да, YouTube ни хрена не платит. Блин, еле завалил его.